Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Арслан, сделай так, пожалуйста, мне для клипа надо. Так, ладно, первое, что на каждом слове работе бесплатно. Ну, по тебе 3 надо, допустим. Только на демона Писитра надеется, и то он... Обычно, конечно, дает хороший темп, но не уверен для этой, ну, игры. Сейчас, думаю. Рыба-мясо либо рерол. На следующий я хочу сделать левел, и по идее, если 1-4 забирают, у меня есть в теории просто рерол и купить там тройку, либо оставить ее, купить двойку, а потом сделать снова левел, этот рерол мне понадобится, чтобы четверку купить, если буду каждый ход левел тыкать. Да, наверное, мы его заберем. Мясо, ну он неплох, если нам прокает что-то вроде... Вот он, допустим, рерол потратил, чтобы купить еще сразу разведчика. Вот мы, например, то же самое хотим делать. Короче, он неплохо, если нам падает со второй таверны, это 2-5, да, которая потихоньку бы сохраняла, ну, это эти штуки. И с этим я как раз мог бы левлапать. То могу очень крутую игру с глубоким сюжетом посоветовать. Oh no. Хотя, может, хорошо, секундочку. И сейчас налево еще. Наверное, змея кликает вектор. Наверное, я тоже за змею больше. Барабатишка хорош, потому что он типа на бабл довешался, все такое, но... Может быть, со змеей реально что-то сейчас получится, раз мы четверки съем. В принципе, может быть, даже условно буяна позолотить, мне кажется. Сюда, Алис. О, хорошо. Серьезно? Мне нужен любой мурлок, просто любой. Нужно до конца с этим идем, верно? Покажи жепу. А вот нет. Рандор было не давать на самом-то деле. Золотой щит, вот и шестой, что? Да у нас золотой щит, вот, а чё, нет чем призывать, в итоге мы сейчас фул по морням получим. Был бы это пассажабр, то уже другое дело, так, ну, все плохо. Минус 15, скорее всего. 37, он меня уже, кстати, выбивал, да, 37. В этой катке. Два щитовода, ага. Бран забороут.
Допустим, ладно. Сиона хватает, да? Окей. Я уже подумал. Так, ладно, хорошо. Пассажабр есть. Что-то еще есть. Допустим. Так. Следующий трек. Какой-то по очереди. По очереди должен идти ресторатор твой. Поехали. Несем лишь гитару. Здорово, здорово. Так, Блин. Он кочерал. Мне надо этого чувака по один слово поставить тоже. Но в то же время как? Ответ никак. Никак. Просто никак. Блин, ладно, не знаю. Мне кажется, просто на такой стадии он может забиваться, но... С другой стороны, он, блин, огромен, по идее. Ну ладно, зря. Не, он точно нужен, просто вопрос только как... Ой, а что я делаю? Я должен был масс местами поменять. Ладно, окей. Ошибка. Ну, целом, пофиг. Тхэ, это блин, ну. Я не успеваю. Как должен был поставить? Что будем продавать, ребят? Мурчали, да продадим. Вы хотите его выкинуть? Ну тут вопрос либо его, либо его. На самом деле без брана эта штука всего 14-14 дает один раз. Это мало. Ты просто больше. Наверное, про чувака, который всех 15 пробивает, стоит. Как-то так лучше. Ну, конечно, больше дает, начинает потихоньку, точнее, больше давать, но... Скажем. Вообще, наверное, тебя продать сразу тебе поставить. Да, мы его продать поставить пассажабр. Короче, здесь мрачный глаз, плюс то комбинация не особо нужна. Релак, плюс этого достаточно. Трепет соврался. Возможно, ничего страшного. Да хочется просто и то, и другое уместить. Прям все на свете, что было на столе. А тяжело... Тяжело жадно идти.
Ту-т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 у. Врагожуя. Так. Все не то. Все не то и все не так. Тебя прокрутить. Тебя поставим. Эта штука мне нужна все еще как будто. Сидуньков, так, ладно, это мы. Я могу его в дальнейшем продать и вместо него, не знаю, что-то поставить. Бран, да как будто чуть поздновато. Герой у него есть для меня. Так, где можно найти твои бусти с фотками жопы, ребят? Бусти не заводил пока что. Пока что. Потому что мало фоток жопы, надо сейчас со всех ракурсов нафоткать, и только тогда после этого бусти, ребят, создавать. Значит, так работает, так делает. Да, пока только Телеграм, там... Проверочные бусти. Так, сейчас в игре будет хвостна с мурлоками, у меня соты... Это максимум, который может быть в игре, ну, скорее всего, да, там говорили, что какие-то соты делаешь, и дальше оно не обнуляется, но и стопается. Ну, это хорошо. Это хорошо, что не стопается. Ой, тут наоборот стопается, они идет дальше. Так, окей, го тебя минус идем, поставил, продал. В принципе, его можно за крашку поставить. Он нормальный. Я так сказал, будет. Будет. Треки сейчас все это время играют. Сейчас я пока не успеваю, мне надо ход делать. В принципе, если заказывал за баллы и не хочешь дать, я могу себя вернуть. Так что. Тоже у нас этих проблем нет. Блин, нафиг знает, честно. Чат, у кого так же? Сходил в магаз, купил нихуя. Минус 15к. Я в ахуе. Я даже одежду никакую не покупал. Погоди, а чё ты купил? Ну сейчас цена на все поднимается, на самом-то деле, поэтому прям все время... По магазам ходить, это капец дорого. Минус 15к, ну вот-вот. Сейчас, конечно, так работает. Мы басажабры. Реборны задача будут. Вот из этой штуки я оставлял себе сюрприз ментали, чтобы его в золото можно было попробовать собрать. Так, и сейчас несем, как твой трек поставить следующим. Химия для уборки, поесть, унитель, одна штука, бритвенные станки. Может, ты бреешься прям жесткими станками там. Бывают же такие, которые прям супер дорогие. Которые покупаешь, они у тебя там на полгода. Надо просто в руку забрать. Есть смысл в этом? Есть. На топ-3 радуешься. Да мы топ-3, наверное, здесь почти все должны были брать. Надо вот таких вот чуваков находить побольше. Вот это вот мое усиление, по идее. Ну, не знаю. Нет смысла его брать, по-моему, нет смысла его не брать. Ладно, пусть будет. Гроу. Ну,
Рал, да, Рал тоже. Можешь тебя забрать, чтобы продать его и... Хотя, не устраивает. Стенки... Колобан... Это так же сидим. Возможно, у него был сильнее, просто сбил мой блок. Я где-то надеюсь. Эта штука чисто, чтобы вас подбафать, такая... то есть. Опять же, найдем такого-то, можно будет прокрутиться, допустим. Пока сидуйкаем. Нужно вот ролл и сразу 6 пассажабров. Вот это другое дело. Вот это усиление, вот это пошел дальше играть. Кстати, ты слабый, надо тебя продавать. Хотя, кажется, мне все равно две карты призываются, пофиг. Я начну просто пока ролл на пассажабров. Вот как будто реально стоит так делать. Тупо сидим. Единственное, что, наверное, можно продать вот эту штуку ради что-то вроде змеи, может быть, 7-7. Чисто, чтобы был шанс больше на, ну, реборны. Так, ребят, ну, надеюсь, это айсблок сбитие было. Так, ну ладно, это наш стол примерно. Так, секундочку, я не тот трек-то поставил. Вот так вот. Теперь треки забалы, сейчас потихонечку открываю. Спой, как курс 5 верток. Мы же не услышали, как он еще говорит. Скорее всего, не знаю, чисто, чтобы чувак противник не забирал. Оу. Оу. Хотя ладно, не так плохо. Не так плохо, не так плохо. Стенку тебе дать. Ну типа героя поставим это все. Чисто стенки ради того, чтобы вот это могло сработать. Не знаю, что стенки здесь. Пусть будет неважным. Реально сидим с Владом, мы вообще ничего не делаем, просто пока сидим. Стенка, ребят, сработала в минус. Надо было руки держать. Асан, вы шмурчать без бран слабо? Да нет, нормально. Просто в нашем столе это не так сильно нужно. Нечего ради этого продавать. То есть, если у тебя нифига нет, то это нормально. Поставил, усилился. Ну, у нас есть куча мурлоков на прокрутку, у нас есть, ну, короче. То есть там релак, вот этот вот 3-2, комбинация больше давала, учитывая, что бафало в руку там, под хорового и так далее. Больше шанс на пассажабры там, ну, короче, это больше давало здесь сейчас. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!